Всем привет на канале «Гуляй по миру. Путешествия с нами». Начинается новый сезон. Прага, Вена, Дрезден, Мюнхен. Подписывайтесь, вас ждут интересные выпуски. Сегодня мы выезжаем, ждем трансфер. Вот и закончился наш отпуск, отдых в Праге. Отдыхали мы в отеле «Болонья». Он пишется «Бологна». Хороший отдых, хороший отель, красивый, нам очень он понравился. Видео вы обязательно можете посмотреть. Здесь все рядом. Если пойти в том направлении, то вы пойдете в Карлов мост. Если пойти налево, то вы пойдете к астрономическим часам. Если пойти сюда чуть левее, в сторону набережной, то вы дойдете до Вышеграда. Здесь все рядом, поэтому берите в центре, потому что если будете брать экскурсии, то до экскурсии нужно идти пешочком, есть точки сбора. Если вы будете находиться в каком-нибудь районе Прага 9, Прага 7, то вам придется на метро добираться до точки сбора. Едем в трансфер на заднем сиденье. Приехали в аэропорт Праги и встали в очередь. Сейчас мы сдаем чемоданы. Гид из Библиоглобуса сказал, кино-6 стойки. Чекин еще не открыт. После того, как мы сдадим чемоданы, нам дадут посадочные талоны. Мы по зеленым стрелочкам пойдем в терминал 1. Надо дойти сюда, вернуть направо вниз и пройти прямо. Там пройти паспортный контроль, и в терминале 1 проходить зеленый коридор, и попадаем в нейтральную зону. И на билете там будет написано выход на самолет. Вот такая штука происходит сейчас в аэропорту в Праге. Двигаемся по зеленым стрелочкам и вперед до упора. Здесь можно купить водичку. Мы здесь перекусили ланчбоксом. Вот такой бутербродик съели. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела – это современный и просторный международный аэропорт, расположенный примерно в 17 километрах к северу от столицы. Это зал ожидания. Ждем, когда она объявит посадку. Ну все, мы совершаем посадку вот на этот самолет. Меня зовут Елена, я старший бортпроводник экипажа. Приветствую вас на самолете авиакомпании России, который назван в честь города Тюмень. Время перелета прямого рейса Прага-Москва составляет всего 2 часа 45 минут с погрешностью 10-15 минут. Добро пожаловать в город-герой Москва. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Внуково имени выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Туполя. Температура составляет плюс 6 градусов по Цельсию. Вызвали такси и помчались домой, но не так быстро, как хотелось. Из-за пробок мы ехали примерно 2,5 часа. По времени это как перелет из Праги в Москву. Наконец-то мы приехали из Праги, и смотрите, что у нас случилось с чемоданом. Оторвалась ручка, я здесь ее специально заклеил скотчем, чтобы ее не брали. Она полностью здесь вот вырвана с этой стороны. Сейчас я вам поближе покажу. В этом месте все оторвалось, представляете? Ну, я думаю, сделать можно. Здесь надо пойти на рынок, купить болт и заменить эту штуку и сюда его вкрутить. Думаю, сделать можно. На этом выпуск заканчивается. Мы идем спать. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Вас ждут интересные выпуски про Прагу, Эмираты, Таиланд, а также видео из других стран. Всем пока-пока!